дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ. Я вас рада приветствовать. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведающая. Кто хочет обратиться индивидуально на экстрасенсорный прием, просмотр по фотографии в каналах яснознания и сновидения, и также на картах Таро, читайте информацию под видео. Решаем проблемы в принципе любой сложности, за редким исключением. По практической части это все уже на индивидуальном сеансе. Все разговоры, все вопросы и все ответы, дорогие. А сейчас наша тема «Мужчина на пороге». Итак, сейчас посмотрим, кто к вам идет, какой красавец. Давайте будем смотреть. Итак, сразу вам здесь предначертана любовь, любовная, не только свидание, но и встреча с человеком вашей мечты для жизни, для любви, для романтики. В общем, для того, чтобы вы чувствовали, непонятно, будете вы вместе, не будете, здесь нужно будет делать выбор во имя любви и только во имя любви. И, конечно же, этот аркан вам сулит настоящую любовь, любовь истинную. Далее посмотрим, мужчина как себя определит. Тайный, загадочный, мистический, каким-то волшебным образом он к вам придет, дорогие, не просто так. У кого-то это будет в течение месяца уже, он или проявится, он уже есть в вашем поле, или будут даны какие-то знаки тайные, вы можете это почувствовать, у вас интуиция может усилиться. Смотрите, два старших аркана. Серьезный человек идет в вашу жизнь, действительно, для любви, чтобы это были не просто, ну, непонятно что, а именно любовь, чувства, да, химия тоже сюда же можно. Но это не просто так, да, вы прям почувствуете, вы встрепенетесь. Нужно обратить внимание, что именно пятерка пентакливая в очень древние времена означала не нищету и остаться без ничего, какую-то потребность, нужду, да, нуждаться, а именно истинную любовь, возможно, нуждаться в истинной любви. Здесь уже идет нужда по истинной любви, и нужно быть очень аккуратным, чтобы эту истинную любовь не потерять из-за ерунды, из-за каких-то предблуд непонятных, из-за «хочу-хочу», эгоизм, там, характер. В общем, здесь сразу знак идет, что если вы хотите сохранить чувства истины, найти и сохранить именно, да, удержать. Хотя удерживать, ну как, ну вот эту взаимность развить и усилить, нужно смотреть сразу в оба, да, не усложнять ситуацию, думая, что вот оно свезло, и это насовсем. Ничего не бывает насовсем, да, нужно просто постараться продлить. Мужчина какой к вам идет? Так, здесь уже не будет сомнений по поводу вас. Человек, который четко все решает, четко все знает. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кто это. Побольше, получше. Посмотрите. Здесь как раз-таки любовный союз. И союз. Сначала это будет кокетство. Это флирт. Знакомство легкое, хорошее. Но будет желание сразу объединиться. Хочу увидеть мужчину. Сейчас кто нам кого покажет. Сейчас первого, кто выйдет из колоды. Тот и будет. Сначала как друг придет. Общаться, общаться, какие-то дела делать. Очень сильная энергетика, очень много мистицизма. За делом на будущее хорошим. Девочки, сам император. Здесь мужчина император. Он в себе все четыре стихии будет совмещать. Будет и весел, и ласков, и также будет, конечно же, интересен другим дамам, имейте это в виду. Но и, как вот сказал, сделал. И здесь можно будет говорить о финансах, то есть обеспеченный мужчина. И также интеллектуальный. Но, с другой стороны, у каждой монетки есть обратная сторона. Да? То есть где-то, может быть, пожадничает, где-то немножко будет холоден, где-то вам покажется, что слишком любвеобилен, и не только в вашу сторону. А где-то страсти, но излишне, сноровист,
сноровка, да, но вот излишне. Главное, чтобы не гусарил. Но, тем не менее, здесь везде, опять же, нужно искать и плюсы большие. Потому что большой человек, большому кораблю большие плавания. Поэтому, чтобы соответствовать, нужно самой быть императрицей. Тогда все будет хорошо, вы будете чувствовать себя на одной волне. А если не дотягивает, да, то тогда, конечно, могут быть разного рода придирки. И вот у вас показывают, что шашкой-то вы мечете, мечевая. Мое, значит, мое. Но, по сути, если вы сама самостоятельная, уверенная в себе женщина, вам, в принципе, какая нафиг разница, да, как у тебя тюбетейка, если у меня руки в боке. Так, лилии прекрасные, устали, грустите. Сама смотрите, сколько у вас в одном тоне все идет, кубки. Желание любить у вас. Итак, что вас объединит? О, это дипломатичность, это умение подстраиваться под обстоятельства, которые меняются так или иначе, быть мобильными. Вы всегда налегке, вы можете быстро собраться, быстро переобуться, что-то сделать, куда-то полететь, поехать, как-то приноровиться друг к другу, к новым людям, к новым местам и к, повторюсь, изменяющимся жизненным событиям. Что, на что нужно обратить внимание, чтобы не разругаться сразу? О, это ревность, дорогие. Это чрезмерная любовь. И он может быть эгоистом показывать, да, вот, то есть его эгоизм не нужно поощрять. И ну, все для него и для него. Да, видимо, он так привык, этот мужчина, что все для него. И вам самой не хулить, не лелеять. Ну, это уже, знаете, наверное, надо все-таки будет индивидуально, по факту, да. Как и что. Вот здесь еще ругань показывают и внутреннее разрушение. Кстати, вот у кого девочки замашки императрицы, но императрицей нужно быть, замашек мало. Но если вы претендуете, да, то все это будет сглажено. Все вот эти негативные острые углы. Вот она, вы вышли, все, там мечевая у вас, рвать и метать, да. Но пока что вас, как говорится, не объездили, лошадку ретивую. Можете шашкой махать. А по сути, здесь достойная жена достойного мужа. Главное, какие вы ставите цели перед собой. Может быть, вы просто хотите приключений каких-то, да, от вторых половин. А кто-то хочет уже и быть счастливой самой по себе, со своим любимым. А он, чтобы вас считал своей любимой, да, ну, чтобы так это и было. И резюме сюда мы с вами. Если сохранять баланс, а здесь есть еще вариант такой развития событий, это когда, знаете, уходить, там что-то переживать сильно, вам нужно понимать, вот посмотрите, как поставили здесь. Здесь прям как на чаше весов. Либо вы в уныние выходите, вот как вы сами выберете. Либо чаша весов будет наполнена, но не перевесит особо, а создаст баланс. Нужно, конечно, уметь и попереживать, если уж так хочется, но не уходить в уныние. Так же, как и в материальность, чрезмерно не уходить, но все-таки выбирать вам. Вот здесь выбор. Как вы хотите, к бедным и больным, либо к здоровым и богатым? Решать вам. То же самое в унынии, либо вам считать себя не просто достойной любви, но эту любовь чувствовать и проецировать ее самой, и быть счастливой, проецировать счастье. Тогда быстрее счастье притянете. В общем, что излучаем, то и получаем. Вот такое еще вам, дорогие, совет, рекомендация, что ли, вот так. Ну, вот так. Можете сейчас загадать три вопроса. Давайте для вас я сделаю бонус. Давайте так сделаем. Как он ко мне относится, да? Какой он меня видит или как он ко мне относится? Вот такой. Сейчас будет тема у нас все-таки задана. И трех разных мужчин можете загадать. Мужчины, женщины загадывайте. Задумывайте. Просто как этот человек. Можете кого угодно сюда. Как этот человек относится ко мне по-настоящему, да, его истинное лицо в отношении меня. Первое.
Вы знаете, здесь могло бы быть все быстро, и ваши проблемы могли бы решаться, и то, что вам обещано, могло бы выполняться, но не выполняется, не решается. Скорее всего, даются обещания, но все стоит на месте, и продвижения нет. Ну, как обман выходит. Второе. Здесь 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В общем, здесь человек относится к вам очень иногда предосудительно, иногда слишком много думает, прежде чем сделать, принять решение, то есть что-то его настораживает, да? Какие-то головоломки, головомойки, и все-таки здесь сначала логика, а будет ли правильно, и как с вами правильно надо поступать. Вот этот человек так решает. Через голову идет, не через сердце. И третье. Ну, здесь вам рады. Рады очень и рады вас представить своим друзьям, коллегам, возможно, семье своей. Будет этот человек вас рад представить. Вы всегда ко двору, всегда к месту, вас ждут. И с вами ощущение, что с вами не стыдно. С вами как на коне, вот на лошадке сидеть в лавровом веночке. Да? То есть вы приносите удачу, успех и благополучие, и счастье. То есть вот так. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы с удовольствием поставили лайк данному видео и всем другим моим видео. Подписались на канал, прозвенели в колокольчик, чтобы нам не теряться. И рада буду с вами встретиться на следующих сеансах. До новых встреч, дорогие. Пока-пока.